Приветствую. Итак, вторая часть — женственность. Вот сегодня я специально, у меня брючки и вот просто такая кофточка. Но все равно я выгляжу как девушка, как женщина, не как мужчина. У нас вообще из-за того, что женщинам приходится быть сильными, они уже забыли, как одеваться и прически носить. У них как женщина, у них короткая стрижка. За ней же просто ухаживать. Не надо тратиться на масла, да, бальзамы, все вот это вот. Лично батарея садится, давайте быстро. Лично моему мужу всегда нравились, нравятся, и он сказал, будут нравиться длинные волосы. Просто вот, видимо, из-за коронавируса, из-за того, что блондом я все испортила, сейчас буду делать это точно полностью в блонд, там переходить уже, говорю, когда будет стопроцентная седина, то есть нет, пока мой вот родной цвет, и чуть, может, посветлее будут корешочки, чтобы не так была видна седина. Ну, мне так посоветовала мастер. Понимаете, в чем суть в этой части, самое главное, о чем хочу поговорить? Ваш мужчина всегда должен хотеть вас мысленно, как бы хотя бы, если, допустим, так не может, да, хотя лучше и так, взять на ручки. Вот прямо укачать, как ребеночка, да, позаботиться о вас. Сильной женщине нафиг не обосрался мужчина. Понимаете, он это почувствует, что он слабак. Что он, и сила мужчины тоже заключается не в том, ладно, по мужественности потом поговорим. Итак, вам, вот именно о вас, мужчине он должен хотеть заботиться. Даже если вы умная, там у вас там свой канал, вы там куча клиентов, где-то работаете еще наняты, или там просто у вас свой бизнес, или у вас, не знаю, просто каким-то творчеством занимаетесь, или просто вы сидите дома, занимаетесь детьми, или вообще у вас нет детей, вы просто еще ищете, да, себя, свой путь. В любом случае о вас мужчина должен хотеть заботиться. То есть вы все равно как личность должны что-то хотя бы из себя представлять и нащупывать этот путь, да? Хотя есть, наверное, женщины, которые вот просто дома, за мужем, с детьми. Но об этом мы отдельно поговорим, хотя и такие тоже счастливые семьи есть. Это не значит, что вы такая слабая, что... То есть здесь я не говорю о том, что вы будете жертва, а ваш муж тиран. Нет. Здесь забота, защита. Женщина, открою вам большую тайну, она тогда чувствует себя уверенно, когда она защищена, когда она замужем, за мужем. То есть она чувствует защищенность. Вот когда она защищена от этого мира, вот тогда она... Настоящая женщина, она по-настоящему счастлива, и она может расслабиться. Без расслабления вот этого женщины.